Досрочное голосование на выборах президента России началось за рубежом. По данным Центра избиркома, в нем могут принять участие около 80 тысяч наших соотечественников, которые работают или постоянно проживают на территории иностранных государств. Заранее регистрироваться не надо, достаточно лишь прийти с паспортом. Избирательные участки открыты в десятках стран. В Германии, например, сразу в 12 городах, в том числе в Дрездене. На территории Германии я участвовала в первый раз. До этого на территории России я избирала президента, потому что Россия огромная страна. Очень важно иметь сильного руководителя, мудрого, умного. Я посчитала своим долгом принять участие в голосовании. Пусть этот один голос, но он, возможно, будет решающим. Досрочное голосование проходит и в самой России. Оно стартовало неделю назад, организовано для тех, кто находится в труднодоступных, прежде всего, северных районах. Для всех остальных день выборов 18 марта.